Привет всем любителям вкусно пахнуть! Сегодня видео посвящено аромату Norana Parfums Arjan 1954 Pink. Сразу скажу, что он для меня похож на розовую молекулу, но мне кажется, что он даже в чем-то превосходит ее. Сегодня я расскажу в чем. Аромат пришел в тестовой коробке, как вы поняли. Я не люблю переплачивать за обычную коробку, так как я их не коллекционирую. Сам флакон добротного качества, он тяжелый. У него магнитная крышка. Знаете, такой флакон только украсит парфюмерную полочку. За него не стыдно. Перейдем к описанию аромата. Если сказать кратко, то это аромат розового шампанского с пузырьками. Игристый такой аромат. Он задает праздничное настроение. Он реально вызывает улыбку. Также можно сказать, что он пахнет сочными ягодами плюс сливки, то есть такой ягодно-сливочный аромат. Если по настроению, то представьте, что вы сидите на берегу моря, впереди вас плещутся волны, вы пьете шампанское, которое только что налили, а рядом у вас стоит десерт со сливками сверху и ягодами, сочными, свежими. У него очень красивая пирамида, я ее здесь прикреплю. Что касается отличий от розовой молекулы, то я считаю, что этот аромат, он более насыщенный, более стойкий. И он громче, но в хорошем смысле, он шлейфовый. То есть, если тот аромат можно и не услышать, даже с себя через некоторое время, то этот аромат, он слышен все время. По стойкости, если сказать, то он держится примерно 5 часов. Постепенно угасая. Кстати, этот аромат очень нравится мужчинам, и они считают его женственным, нежным и сливочным. Вот мой муж прям так о нем и говорит. У меня был отливант, я заказывала 10 мл, я его полностью сносила и получила несколько комплиментов. Поэтому это только подтверждение тому, что он нравится окружающим. Думаю, что он скорее на лето, либо весну, но если вам не хватает сейчас праздничного настроения, то он вам точно подойдет. В общем, для меня он показался классным ароматом, праздничным, поднимающим настроение, такой аромат радости жизни. Поэтому я советую вам с ним тоже познакомиться, может быть, он вам тоже понравится. Если, кстати, он у вас есть, то пишите в комментариях, как он вам, расскажите свои впечатления, может быть, поделитесь какими-нибудь историями, связанными с этим ароматом, либо с пинг-молекулой. Если вам понравилось это видео, то ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал, я еще буду снимать подобного рода видео. У меня парфюмерная коллекция большая, есть о чем рассказать. И до новых встреч, пока-пока!